привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня я пришла обработать часть своей теплицы под посевы. Хочу посеять для внука раннюю редиску и посеять немного капусты впоследствии. И хочу рассказать вам про обработки теплиц, потому что все знают, что нужно обрабатывать теплицу. Но не каждый из начинающих знает, что обработки теплиц, они тоже подразделяются, как бы сказать, по своей мягкости, жесткости на несколько методов. Есть щадящие обработки, такие легкие, есть средние, а есть жесткие, которые при обработке убивается вообще все. Сейчас я все вам расскажу. Вот это будет общая вводная часть, а потом каждый из методов обработки я буду показывать, потому что я их применяю. Где-то можно и легкое применить, где-то надо и пожестче. Я вам объясню, от чего это зависит. Все мы знаем, что почти каждый, кто имеет теплицу, обрабатывает ее. Кто-то осенью, кто-то весной. Это делать нужно обязательно, потому что видите, вот на стенках что? Появляются за лето, пока здесь растения, какие-то вот такие налеты, плесень. Тут, возможно, грибковые заболевания, но вот в этой теплице, наверное, нет. И мы все обрабатываем. Опять же говорю, кто-то осенью, кто-то весной. Я всегда делаю весной. Почему? Потому что у меня осенью здесь до самых-самых морозов. Вот тут растут перцы, там в другой теплице там растут томаты. В одной у меня были там, я сеяла сидираты, тоже до самых заморозков. Поэтому осенью у меня обрабатывать нет возможности. И я всегда переношу на весну. Весной считаю самый эффективный способ, потому что прямо перед самыми посадками за неделю, за 10 дней обработать, и все, уже никаких новых инфекций здесь не появится. Начинаем, естественно, с чего? Убираем все остатки растительности старой. Вот здесь видно у меня разница. Тут вот я уже убрала прям руками, одеваю перчатки, граблями мы уже грабили. Вот одела сейчас перчатки, все сгребла, самую-самую мелкую вот эту растительность, чтобы чисто было. Все, вот это первый этап. Убрали всю растительность. Дальше нам нужно сначала обработать стены, вот эти стены, потолок, потому что частицы, вот эти грибки могут быть везде, и потом обработать грунт. Начну с самых легких. Еще раз повторю, вот этот видеоролик, он теоретический, на практике буду показывать в следующих видеороликах, потому что в одном видеоролике показать все способы невозможно. Самый легкий вариант – это обработать фитоспорином вот этот весь поликарбонат. Ой, у нас буря, погода ужасная, передали штормовое, завтра снег с дождем, теплица вся ходуном ходит, даже невозможно, меня перекрикивает. Вот теплицу мы обработали, кто-то обрабатывает, просто тряпкой моет, можно и так. Кто-то обрабатывает из брызгалки, кто-то из всяких подручных средств. Есть хорошие вот эти, если у кого есть для мойки автомобилей, вот эти приспособления, они очень хорошо. Вот все эти каркасы, все можно струей выбить, всю грязь. Стены обработали фитоспорином, и этим же фитоспорином мы делаем раствор обычный. Вот у нас, он у меня по рецепту уже разведенный, рабочий раствор. 1 столовая ложка на ведро. И для мойки вот этих вот поликарбонатовых укрытий, и для полива земли ложка на ведро и поливаете. Вот это самый такой щадящий, самый легкий вариант, потому что фитоспорин, он не убивает живые организмы, но единственный недостаток этого метода, нужно все-таки подождать неделю, потому что когда вы грунт обрабатываете фитоспорином, лучше прикрыть пленочкой, чтобы он не высох, а именно вот эти наши полезные грибки, микрофлора, поработала там. Ну, что-то нужно сделать, но всегда пишут, что за неделю до посева. Если вам не хочется ждать неделю до посева, то можно помыть теплицу фитоспорином раствором, а грунт просто пролить кипятком. Вот это легкий вариант, он подходит только для тех случаев, если у вас в прошлом году в теплице не было явных
заболеваний, фитофтороза, гладоспориоза и следующих грибковых. Вот эту теплицу я буду обрабатывать легким, вот таким мягким, щадящим вариантом, потому что у меня росли здесь перцы. Не было ни фитофторы, ничего другого. И все равно я буду обрабатывать половину грунт фитоспорином, вот эту часть, которую можно подождать. А вот эту половину, где я буду сеять завтра, я пролью просто кипятком. Но этот вариант, еще раз повторяю, он может быть применяться только в том случае, когда вы уверены, что у вас грунт не заражен, и когда у вас все в порядке. Вот этот кипяток, он, конечно, может и там каких-то вредителей уничтожить, там какие-то мельчайшие там микроорганизмы. Но если у вас теплица томатная, и там точно у вас была фитофтора, то вот эта обработка, первый вариант, мягкий, щадящий, вам не подойдет. Если была фитофтора, если вы точно знаете, что у вас там были больные томаты, что у вас там все это осталось, грунт старый, вы не меняете, тогда нужен более сильный, нужно обрабатывать фунгицидом вот таким, как медный купорос. Вот это очень хорошее эффективное средство для обработки теплиц, применяется много-много лет. Столовую ложку на ведро горячей воды растворяете и грунт обрабатываете. Стены и потолок можно также обработать фитоспорином, потому что тут все-таки это не грунт, тут много таких грибковых заболеваний не скапливается. Но я никогда не обрабатываю ничем, кроме фитоспорина, обрызгиваю фитоспорином и все. А вот землю все-таки, если у вас была точно фитофтора, то лучше обработать медным купоросом. Это вот второй вариант, он такой средний между щадящим и жестким. И, конечно, самый жесткий, самый действенный вариант, это протравить шашкой. Шашка, она убивает одновременно и наши грибковые заболевания, и всех вредителей. Ну, короче, и клещей, и выгоняет крыс, мышей, написано, уничтожает возбудителей болезней. Единственный вариант в чем? Что она, вот эта шашка, она убьет не только вредные микроорганизмы, но и все полезное, что в грунте, она тоже, говорят, убивает. И всегда вот специалисты рекомендуют, если вы хотите шашкой обработать теплицу, то делать это нужно за 2 недели до посева и до того, как вы внесете всякие удобрения, перегной или там свежую какую-то землю сюда. Потому что если вы внесете перегной, подготовите уже грунт и потом начнете прокуривать все это, выкуривать, все полезные микроорганизмы в перегное тоже могут погибнуть. Еще недостаток существенный. Говорят, что оно окисляет вот эти вот... Ну, я вот эту теплицу ни разу еще шашкой не прокуривала. Эти шашки все-таки лучше применять там, где у вас какие-то еще инвентарь, какие-то сооружения, стеллажи в теплице, которые невозможно не помыть фитоспорином, не опрыскать. Вот эта шашка, она очень хорошо поможет. Я ей буду окуривать ту теплицу, где у меня стоит рассада и где у меня нет грунта. Там у нас полки, стеллажи, все эти деревянные, железные конструкции, которые невозможно не помыть тряпочкой, не пробрызгать. Вот там шашка незаменима, потому что этот ее дым, он проникает в любые щели, в любые уголки, куда я, конечно, не смогу никак, ну как-то деревянные стеллажи, никак ты их не вымоешь, не промоешь, а там обязательно есть грибковые заболевания. Вот все три варианта. Или мягкий грунт фитоспорином, или грунт медным купоросом, или вообще вот эту шашку зажечь. Они, может быть, вы их будете применять все три, но в разных случаях, как я. Я вот сейчас в этой теплице в перечной, достаточно мне фитоспорина. В томатной я все-таки буду поливать медным купоросом. Медным купоросом тоже нужно за неделю, за 10 дней до высадки в грунт. Сразу лучше не высаживать. А вот фас...
обработка. Я тоже буду обрабатывать третью теплицу, где стеллажи. Но там, если вы обрабатываете теплицу с грунтом, то лучше вообще за 2 недели. Конечно, по эффективности это послабее, мягкий вариант. Это среднее, нормальное. Но вот это 100% убьет все. Как я вам говорила, что уже убьет она и вредных, и полезных. Ну все, и каждый теперь может выбрать любой вариант. Кто-то, может быть, остановится на том, что просто горячей водой прольет грунт. Вот прольет прям кипятком. Пролить кипятком, закрыть пленочкой. На следующий день можно сразу сеять. Это когда вы не успели обработать, например, достаточно этого будет. Если у вас есть неделя до посева, пожалуйста, фитоспорин. Если полмесяца у вас есть, пожалуйста, можете и шашкой вот этой фас. Потом после этого внесете перегной, наложите, накладете новой земли. И все будет в теплице прекрасно. Выбирайте сами, какой вам нужен метод. Были ли у вас в прошлом году болезни в теплице или нет. Если новая теплица, можно обработать просто грунт. Ну все, до свидания. Когда я буду сейчас обрабатывать, я вот первый метод вам покажу, самый легкий, щадящий. В следующий раз, когда пойду в следующие теплицы, я вам покажу все методы, которыми я пользуюсь. Может быть, есть, конечно, еще какие-то методы протравления вот этих теплиц. У каждого они разные. Но я вот пользуюсь этими тремя. Что я использую, то я вам и покажу. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. И это обработка теплиц. Рассказала, насколько они разнообразны, насколько они разные по силе воздействия, по эффективности. И выбирать вам придется самим. Желаю удачи!